Всем привет! Близится 8 марта. И в честь 8 марта я хотел сделать обзор на женский спиннинг от фирмы. Не знаю, как правильно прочитать. Сугайалинг. Или как там. Вот так вот это называется. Пришла посылка с Алиэкспресса. Полностью комплектом, с катушкой. Сейчас будем распечатывать и смотреть, что внутри. Распечатываю я посылку. Внутри лежал вот такой вот кейс. Выглядит довольно красиво. Вот такая вот ручка у него. Довольно легкий. Сейчас будем распечатывать и смотреть, что внутри. Так, открыли мы кейс. И что мы увидим внутри? Вот такая вот упаковка. Красивого цвета. Это, наверное, наш там спиннинг. Дальше. Идут наборы для рыбалки. Ну, как по мне, они очень, как бы, никчемные. Стоят они копейки. Чехол для катушки. Какой-то он, я бы сказал, дешманский. Так, что у нас тут? Леска, которую фиг выдернешь. Такая вот у нас леска. Ладно, перейдем к ней попозже. Имеется у нас ручка хамелеон от катушки. Довольно неплохая по виду. И вот она, сама катушечка. Катушка обалденная. Итак, первым делом, что я сделал, я сразу же разобрал катушку. Начал ее осматривать. Чисто мое объективное мнение, корпус весь пластмассовый. Но это говно. Полнейшее дерьмище. Что пластмассовый корпус, он настолько ненадежный. Вот посмотрите на это. Что это? Все пластмассовое. Ожидал за такие деньги металлический корпус. Единственное, что они смогли сделать. Сейчас покажу. Нормальные. Это вот смазку нанесли заводскую, чтобы катушка в первый день не сдохла, продержалась хотя бы неделю. Вот такие вот пироги. Ожидал я от нее большего, от этой катушки. Единственное, что шпуля, вот шпуля металлическая, придает вес. Все. Все остальное, вот это пластмасса. Пластмасса. Даже вот где червяк ходит, здесь его крепление, которое держит, он сам закреплен. Он пластмассовый, который при небольшом усилии все поломается. В принципе, он предназначен для женщин. Я думаю, женщины не будут его насиловать, как мужики, этот спиннинг. Ладно, буду собирать назад. В общем, собрал я катушку, 3000. Вот так вот она выглядит. Трехтысячная катушка. Выглядит, в принципе, довольно неплохо. Я думаю, будет служить довольно долго, если использовать ее аккуратно. Смотрите, какая не леска, а нить. Так, теперь будем распаковывать сам спиннинг. Посмотрим, что там внутри. Очень интересно.
Вот первая палка. Вот так она выглядит. В пленке вся. Косяков не вижу. Так, ладно. Раз. Достаем второй конец. Еще не так просто достать. Второй колец. Кольца сделаны под Фуджи, но видно, что подделка. Что это не Фуджи кольца. И должна быть еще одна часть от него. Сейчас мы посмотрим. Тут еще даже. И что это у нас еще? Две палки. Что у нас, из четырех палок, что ли? Да. Мозаика. Сейчас соберем, посмотрим, что выйдет. Вот так вот выглядит спиннинг. Полностью собранный. Довольно длинный. Вместе с этой 3000 катушкой, как бы он увесистый. Я бы не сказал, что он женский. Тут даже стразики есть какие-то. Выглядит приятно, но я бы сказал, это шляпа. Строй у спиннинга довольно твердый. Джик не получится. Твичить тоже не получится. Не знаю, он как-то не женский, мне кажется. Ладно, посмотрим, как будет работать в действии.